Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и игра Анабиоз Сон Разума. Продолжаем атмосферное прохождение, начинаем бояться и страшиться. Поехали. Вот мы наконец-то выйдем, наверное, на улицу. Можно лампочку зажечь и, наверное, погреться. Где лампа? Где она светит? О. Немножко погреться, иначе на улице там мы замерзнем. О, какая вьюга. О, прямо ж сдувает в стенки. Да ладно. Так. Да? Что? Чё за... Ух ты, нифига себе, там летающие твари какие-то. Жесть. Ладно, я на них не буду обращать внимания, иначе я просто тупо замерзну. Залазь ты. Короче, надо не медлить, не мешкать. Надо бегом сразу. В смысле? Или проползти мне надо? Что за бред? А! Ну я дурак, а! Фу! Здесь хоть немножко потеплее. Ну я дурак там, вот я затуп, а! Отлично. Так, здесь у нас что? Ни черта нет. Как я хотел сюда забраться просто. А как дверь открыть? А, нам все равно надо на улицу, что ли? О, блин. Окей. Я тебя понял. Здесь мы теперь можем проползти. Воу-воу-воу-воу! Что за стрекоза? Так, а куда? Куда? А, вот дверь. В этой метели ни черта не видно, короче. Так. Погреемся. Всего-то чуть-чуть, но... Все лучше, чем ничего. Все, я надеюсь, больше мы выходить не будем на улицу. Что-то мне там не очень понравилось. Всякие мотыльки там, человеки-мотыльки летают там. Немножко тепла. О! Ублюдок напугал. Попробуем автоматом. Да что тут? Блин, он какой-то этот. По нему не попасть ни хрена. Человек-мотылек. Офигеть. У меня просто нет слов.
Каких тварей только не встретишь в этом, на этом корабле. Так, давайте перезарядим снайперскую. Потому что она нам тоже пригодится, я думаю. Чем дальше, тем, блин, сложнее как-то идет все. Это что? Что за ледяной кокон? Что включили? Где подали тепло? Или мы дверь открыли? Дверь открыли, наверное, скорее всего. А, снова на улицу. Блин. Не хочу я на улицу. Нет. Делать нечего, надо бежать. Так, 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 так. Куда, 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 куда? Здесь можно спрятаться от холода, да, получается? В таких этих контейнерах. Так, 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 так. Где? Где? Куда? Правильно иду? О! А теперь куда? Вот. Что я все дохну-то? Ну, и выносливость кончилась. Давай, уходи. Заходи, то есть. Фу. Конечно. Дубак там неимоверный просто. Не хотел бы я оказаться на его месте, если честно. О, лампочка. Это рубка, это... Это что? А, управление краном каким-то, что ли? Что происходит? Не понял. Что-то мешает. Блин. А, значит, надо обратно на улицу. Так, 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 так. А, я что-то... Это вертолет? И что мне с ним сделать надо? А, вон оно что. О, с очкариком полетели, который послал капитана. Не подходить к краям платформы, не трогать тросы! Прыгай, прыгай, не подпускай их к тросам, башня рухнет! А, нифига он такой умный, прыгай, блин, говорит. Я ж разобьюсь, давай! Пускай их тросом. Ай-яй-яй. Все. Не трогай трос, ублюдок. Надо отсюда вылететь. Не трогай, долбанный трос. Так, 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 так. Отойди от троса. Давай, 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 перезаряжайся быстрее.
Нормально, он такой улетел, а меня оставил, да? Вообще красавчик, блин. Ай-яй-яй, я на улице оказался. Вообще такой молодец. Всех, короче, бросил. Капитана послал к чертовой матери. Меня бросил. Сам домой чай полетел пить горячий. Так, я что-то открыл. Что-то большое я открыл. Так. И где это мы? Надо разобраться. Так, лестница наверх. Там, походу, ничего нет, да? Ну да. Ничего не лежит. Вот там дверь. Вау. Бочки. Ты дверь открыл, что ли? Люблю такие помещения, сейчас кто-нибудь вылезет по-любому. Опять какой-нибудь из ящика выскочит. Человек-мотылек какой-нибудь. Воу-воу-воу-воу, ты откуда? Где? Что происходит? А, да ну нафиг, это Рэмбо, что ли? О боже, я думал, я тебя замочил. А, он еще сюда свалился, ублюдок. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Не-не-не-не-не-не. Давай, умирай. Я помню, что тебя. Так. Я помню, что у тебя надо много патронов. Давайте с автомата его попробуем загасить. О, сколько в тебя надо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да умри ты уже, а! Блин, я весь автомат сейчас на него истрачу. Готов. Это что, это Рэмбо вторая кровь? Там была первая кровь, то вторая кровь. Да. Ну чё, он лестницу сломал, короче. Что теперь делать? Так, ну хоть погреться можно. Восстановить силушки. Блин, на него почти весь автомат истратил. У меня аж мурашки. Сколько у вас ублюдков. О, черт. Почему гранат нету? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, мне капздец. Чё, мотыльки? Готов один. Сейчас я тебе крылья-то пообломаю, блин. Я застрял, ну что ты... Отлично.
Фу. Просто трешняк какой-то творится. Это просто жесть. Так, а чё нам... Этих-то мы замочили, понятно. А чё нам дальше делать? Лестница здесь сломана. А, о, спустили лестницу здесь. Так. Остановились они. И под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данка. «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас. Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь. Вы сказали: веди, и я повел, — крикнул Данка, становясь против них грудью. Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас. А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли, шли, как стадо овец. Но эти слова разъярили их еще более. Вы только шли, шли и ныли. Всю дорогу ныли. Блин! О, патроны кончились. Да блин, где мне ружье-то, ё-моё? Пипец какой-то, блин. Ну я хоть дверь, короче, закрыл. Так, автомат. Одна обойма от автомата хоть. Это... Хоть так. Так. А, дверь закрыл, короче, понятно. И у меня получился мостик такой. Мостик, и я могу пройти вот сюда. Так, отсюда у нас вышел Рембо. С двумя пулеметами. Да, блин! Вы можете когда-нибудь отстать от меня? Ай-яй-яй. Ублюдки, вы отстанете от меня когда-нибудь-то. Сейчас твоим крыльям придет конец. Этих тварей надо с чего-то такого скорострельного. Что? В смысле? Что у тебя с головой? У него шеи. Я мотылек жираф. Жиролек. Или мотыляв какой-нибудь. Да блин. О. Ну, этого хоть все в порядке. Только уши какие-то ослиные.
Понастроили тут гнезд своих. Где кнопка, чтобы включить тепло? О. Мне нужно согреться. Я так предполагаю, раз такой напор просто врагов всяких разных, я так предполагаю, что мы приближаемся к концу игры уже. Боезапас пополнили, отличненько. Опять на улицу? Нет. Да блин. Так, нужна снайперская. А я ни черта не вижу, блин. Ну, черт. Почему вечно какая-то жопа? А, он что-то отстрелил, что ли? Так, где-то еще патроны лежали. Или я взял? Как же шумно, блин. Я же оглохну сейчас. Да, блин. Сколько можно погибать-то уже? Так. Отлично. Ну где этот товарищ? Блин. Коленку нашпигую свинцом. Все, он один был. А, рубильник. Так, давайте патроны соберем сначала. А где тебя? Патроны наверху. О. Да, не взять. Так. Ну это нормально. Это нормально. Да блин! Вы меня достали! Все! Конкретно уже! Да сдохни ты уже, ну! Да блин! Твою мать! Неужели? Неужели, блин? Фу, пукан горит просто. Всякие эти. Да что-то я застрял между сосулек. Да ну нафиг, еще кто-то.
там же дверь. Да, блин. А, да что, сколько в тебя можно стрелять-то, а? Так, Мосин наган взяли. Здесь, да, у нас цокола это. Враг тут цокол. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, дверь закрыта. В смысле? О, нет! О, нет! Рэмбо 3. О, нет. Где автомат? А-а-а. Блин, блинский. Что делать, что делать? Мне надо куда-то спрятаться. Ау-ау-ау-ау. Он снизу. А, держи, 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 держи. Быстрей. Блин. Труп человека-мотылька мне помогал хоть это. Прикрывал меня немного. Сколько их тут развелось-то вообще? Фонарик еще сдох. Все не слава богу, блин. Дальше это все кончится. Ну, битва с этим здоровяком, в принципе, вот сейчас, которая была, она прошла довольно гладко. Угу, лесенка вниз. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока.